Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 1 по 8 декабря. Ну что, поехали! За первое испытание можно заработать 25 тысяч кредитов. Все, что нужно, это продемонстрировать технику скорость 20 раз. Ну а для испытания вам понадобится один из трех предложенных классов автомобилей. Это ретро, классические или современные раллийные автомобили. За второе испытание можно заработать 55 тысяч кредитов. Для его выполнения вам понадобится современный раллийный автомобиль. Но нужно всего лишь завершить любую гонку. Я выбрал гонку 1 на 1. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Для него вам потребуется раллийный ретро-автомобиль. Но условием будет победить в любой гонке. Для последнего испытания вам понадобится классическая ралли-машина. Для того, чтобы выполнить это испытание, вам необходимо выполнить технику тройной проход 3 раза. Но чтобы выполнить эту технику, вам необходимо обогнать 3 соперников на старте. Главное это поставить легких драйватаров и постараться не врезаться на старте. Ну а приз за данное испытание это автомобиль Subaru VRX STI и 55 тысяч опыта. Ну а на этом все. Следующий Фарзафон стартует 8 декабря, так что не забудь подписаться, чтобы не пропустить, и поддержи лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.